Также у системы есть еще опорный тезис. И он выглядит так. Человек в десятки раз продуктивнее, эффективнее, энергичнее, если получает удовольствие и удовлетворение от работы. И человек на работе устает от бессмысленности того, что он делает, и от борьбы с собой делать эту бессмыслицу. Вот этот вот тезис, он говорит, или я его привожу здесь за тем, что на самом деле мы же не устаем от работы. То есть, если работа вам нравится, если вы понимаете, зачем вы ее делаете, если вы понимаете, для чего вы это делаете, если у вас есть ресурс, если у вас есть человек, для которого вы это делаете, если то, что вы делаете, ведет вас по жизни к тому, что для вас важно, то тогда работа не забирает энергию, она ее дает. Ну, примером могут быть наши хобби. Это же работа, но мы это делаем. И когда делаем, получаем энергию и удовлетворение, и радость. То есть тезис звучит так, что работа приносит энергию. При условии, если это вы делаете эту работу, происходит несколько совпадений, о которых я сказал чуть раньше, и мы еще к ним вернемся.